Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. ГЖИ выдала почти 1000 предписаний предпринимателям. Это те, кто нарушил требования законодательства, касающегося содержания и текущего ремонта, общего имущества многоквартирных домов, предоставления коммунальных услуг, вопросов создания и деятельности управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. По итогам проверки госжилинспекция выдала 902 предписания. В этом году на лиц, не исполнивших предписания, наложены штрафы на общую сумму 524 тысячи рублей, сообщает пресс-центр областного правительства. Дайджест недвижимости. Жириновский предложил зафиксировать в Конституции, что человека нельзя оставить без жилья. По мнению лидера ЛДПР, главный закон страны должен гарантировать россиянам, что они не окажутся на улице. Если внести поправки, то человек сможет рассчитывать на койку в общежитии, приводит слова Жириновского News.ru.com. Также он предлагает закрепить в Конституции выдачу минимального 2000 рублей пособия для безработных. Дайджест недвижимости. Роснедвижимость разыгрывает комплект мебели и штор. Выиграть приз стоимостью 100 тысяч рублей могут покупатели квартир в жилом комплексе «Метроград», говорится на сайте компании. Квартиры продаются в ипотеку, в чистовой отделке, с кухней в подарок. Новый жилой комплекс, напомню, расположен на выезде из города в направлении Садаков. Дайджест недвижимости. За месяц квартиры подорожали на 1,5%. Такие данные приводит портал Росриэлт. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 47 300 рублей. Это на 10 тысяч ниже среднероссийского показателя. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.